Здравствуйте! Сегодня с вами посмотрим видеообзор от интернет-магазина icon.net. Модель Star A9220 Android 4.0.3. Это точная копия в стиле Samsung Galaxy Note. 5,1-дюймовый емкостной сенсорный экран. На передней панели мы видим слуховой динамик. Есть передняя камера 1,3 мегапикселя, два датчика освещенности и датчик ориентации в пространстве. Внизу мы видим три кнопки, две сенсорные, это возврат и меню, и механическое, полный возврат, основное меню. Что бы хотелось сказать об экране. 5,3-дюймовый VGA экран, 16 миллионов цветов с разрешением 800 на 480 пикселей. Емкостной LED-экран с поддержкой Multi-Touch. На боковых ребрах мы видим с левой стороны полностью пустое, у нас нет никаких кнопок и разъемов. На верхней мы видим только для стереонаушников 3,5 мм разъем. На левой панели видим кнопочку выключения и качельку увеличения, уменьшения громкости. Далее на нижней панели мы видим разговорный динамик есть и мини-USB разъем для подключения зарядного устройства и синхронизации с компьютером. На задней панели мы видим, как в оригинальной копии Galaxy Note, есть у нас 8-пиксельная камера, есть у нас фотовспышка, внизу расположен динамик. И от сайта icon.net можно в подарок получить крышечку с оригинальным названием Samsung, а не Android. Дальше давайте осмотрим комплектацию самого телефона, что идет у нас в комплекте. Так, в комплекте мы видим от поставщика есть у нас гарантийный талон. Инструкция на английском языке. Значит, есть у нас такие вот оригинальные наушники. 3,5 разъемом. Видимо, очень интересные. С функцией hands-free. Свободные руки. Дальше есть у нас стандартный кабель USB для подключения и синхронизации компьютера, для зарядки также. Вот сама зарядка стандартная идет 5 вольт 50 миллиампер, то есть она идет USB. И в комплекте есть у нас, как видим, две батареи. Батареи довольно таки большого объема, видим 3200 миллиампер. Две батареи идут, каждая. Так, давайте осмотрим, что у нас внутри самого телефона. Крышка прилегает очень плотно, как в оригинале. Открывается довольно-таки очень, видим, хорошо. Материал пластик, ребристый, поэтому в руке скользить не будет. Значит, видим разъем для GSM карт и для GSM HDMI. Вот. Также есть разъем для мини microSD, расширяемый до 32 гиг. Давайте попробуем включить наш девайс. Видим, крышечка закрывается очень плотно. И боковая кнопка включения расположена на правом ребре. Довольно-таки удобно для включения. Держа в одной руке, можно включить копию Galaxy Note от компании Star A9220. Мы с вами посмотрим производительность этого телефона. Что бы хотелось сказать об этом телефоне? Этот телефон сделан на базе процессора MediaTek MT6575 Cortex A9 ARM
версии 7, 1 ГГц со встроенным 3D-ускорителем PowerWare SGX531, RAM памяти 512 и ROM 4 ГБ. Стандарты связи VCDMA, HSDPA, GSM с поддержкой 3G. Итак, здесь у нас стоит операционная система Android 4.0.3. Как видим, на касание работает у нас дисплей очень хорошо, отвечает быстро. 3D-ускоритель без тормозов у нас идет. Есть возможность реализации таких функций, как фонарик, к примеру. Видим. Просмотр галереи. Отвечает на касание, загружаются картинки довольно быстро после первого включения. Также можем просмотреть саму галерею, как работает у нас касание. Есть просмотр не только верхних, а и нижних полей. Вот видим, как она быстро работает у нас. Ну, сразу давайте с вами осмотрим, наверное, как работает фотоаппарат. Это один из вопросов, что действительно ли здесь 8-пиксельная камера. Вот мы сфотографировали, и есть возможность у нас осмотреть нашу фотографию. Вот мы сделали с вами фото. Видим, из потерь качества отображается вот эта вот картинка у нас. Далее есть переключение на видеокамеру также с оптическим зумом. Есть также второстепенное меню, где расположены все установленные приложения, с помощью которых мы можем реализовать любую возможность в нашем телефоне, потому что функционал Galaxy Note копии i9220 вполне достойно как планшета. Производительность этой модели позволяет нам делать очень многое. К примеру, давайте проверим в такой игре Angry Birds Space HD. Это требовательная игра, но для такого процессора, как GTX 675, справляется довольно-таки быстро. Такая вот космическая игра с гравитацией, то есть нужно немножко думать и полностью, как видим, у нас работает с возможностью всех функций реализовано. Далее. Давайте, наверное, попробуем еще какую-нибудь с вами установить игру, с ней поработать. Значит, вот видим, мы с вами зашли в проводник, есть SD-карта встроенная и SD-карта та, которую мы поставили с вами. То есть на ней у нас есть приложение, можем поставить какой-то из них. К примеру, давайте поставим с вами гоночки. Сейчас посмотрим, как справиться с этой игрой.
Купим Galaxy Note Star i9-1220 от интернет-магазина iClone.net. Сейчас мы сделаем новую учетную запись и попробуем с вами поиграть. Как видим, датчик движения у нас работает. Датчик ориентации в пространстве. Мы можем играть любые игры, которые предоставляют возможность реализовывать в таком телефоне датчик в пространстве в полной мере. Заняться чем-нибудь свободное от работы или от отдыха время можно именно реализуя себя с такой возможностью. Далее, не хотелось бы пропустить такую возможность, как новое меню в операционной системе 4.0.3 Android. В принципе, здесь как бы все стандартно, но есть очень интересные функции, допустим, такая как трафик. Мы можем отследить, сколько мы потратили времени и трафика за какой-то период нахождения в интернете. И одна из функционалов, добавленная — параметры разработчика. Здесь очень много нюансов. К примеру, есть шкала анимации окна, можно управление показать загрузку центрального процессора, который показывается в верхнем левом углу, показ обновления экрана, обновляется у нас экран, показ касания, то есть где мы касаемся, там идет шкала по x-y координат, как видим, и идут стрелочки на точке прикосновения. Видим, да, как работает наша касание. Вот. И если мы включим строгий режим, тогда телефон будет работать еще быстрее, но я думаю, незачем, потому что он так достаточно быстро работает. Полный функционал есть, все открытые окна у нас мы можем сделать с предосмотром, без него также. И давайте, наверное, протестируем сам телефон на момент вопроса, действительно ли здесь есть мультитач на 5 касаний. Запустим с вами программку мультитач и попробуем. Вот. Видим, на 5 касаний.